Друзья, всем привет. Едем. Третий день. Всем привет. На рыбалку. Будем пробовать, что там есть, что нет. Закончились. Блин, я только хотел их пожить. Ух ты. Что-то там хороший кабанчик идет. Может, это не кабан? Кто там? Хрюша? А? Стровой. Это Нюша. Дай пацак. Кабанчиком. Да блин. Ладно. Вон Тимоха, я лод прямо туда кидал. О! Поймал! Учитесь, да? Кого надо ловить? Дядь Лёша могёт. Мы вчера вот тут, где вы сначала начали. Кидаю просто. Дайте мне это, красную коробочку. У меня там такая же есть. Не знаю, где какая коробочка. У меня рыба клюет. А где она, коробка у тебя? Саша, он прет. Дядя Саша, он прет. О! И вот это сегодня самый крупный еще. Пока что. Я первого вроде такого же поймал. Че, идет? Давай, давай, при. Раз идет. Жесткий. Так удочку-то поднимай. Тимоха, жилетку потом уберешь, чтобы мы ее не забыли. Уберу. Давай. Удочку поднимай, что ты? Ты вот тут держи, тут не держи удочку. Давай. О, Соня, там, блин, полтора почти. Да не было вчера такого. Ну килошка с лишним. Тимоха рекордсмен. Заело. Смотри, его кто-то там. Да смотри, какой он пузатый. Его еще тут кто-то бил. На, держи свой трофей. Вот это окунь. Да подожди, не трожь, стой рядом с ним просто. Сейчас. Фоткай мне тоже. С ним? Да. Вот это, блин. Помню полотня, которого дядя Саша поймал. Так, подожди, у меня что-то с камерой нет? Ё-моё, блин, на фотографии там вообще. Держи.
О, его еще кто-то ел. До этого он где-то поцарапался. Ты его в это, в горизонт сделай. Как его в горизонт сделаешь-то? Так, вот, и хвостом ближе к мне. Яриком. А ты я в траву кину. Понимаешь, какой я там сидел? Офигеть. Он еще стонет, ты что стонешь-то, блин, тащи давай. Догнал все-таки кабан. Опа. Какая колебалка там, блин, убить такой колебалкой можно, а на нее клюет. Вообще капец. Ну а что, колебалочка маленькая. Совсем маленькая колебалка. Там, вот, грубо, там что-то шлепает. А? Там что-то шлепает. В реке. Опа! Есть! Че вот сюда подъедьте вот рядом, в траву тоже кидайте. Вон туда вон вставайте. Горбачей, чтобы таскать. Не каждый заброс. Вот у меня, я только что сказал, у меня так же и клюнуло. Попробуем. Четырсу. Блин, под лодкой взял. Сколько ему подлодка почти? Почти не считается. Я знаю, я не видел. Я прям возле лодки стукнул. Я только начал поднимать, а он уже стучит. Блин, раньше нельзя было постучать? У тебя удары? Нет. Че, Эльдорадо закончилось? 5 минут было. Он глубже, привет. А? Я говорю, возьми эту поверхность, закинь сюда, там вот я сейчас траву кину. Давай мне, я проверю. Который этот? Да мне кажется, они будут на него выходить. Ну там опять. Угу, чайки прилетели. Че, все, реально кончились, что ли? Самое главное. Ну, ты пахана выловил, все. Ну, а что? Это самый крупный экземпляр. Даже что-то ударов нет. Все, ставил, доловили. Больше не клюет. Странно.
Я его дождался. Да, это что? Куда ты кидал? В траву. Надо в траву мне тоже попытаться. Один стоял, наверное. Ну-ка, нет. Только-то они сейчас умолкнули. И доказал, что окунь не ушел. Он просто стоит. И все. Может, там, где вы его, это его будет колдовать. Дай эту вертушку, попробуй вертушку. Какую? А, это, а где? Тим, дай вон это. Пропеллер. Тише, 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 мыши. Тремя крючками зацепился. Ловим мы также на Blue Fox. Палочка у нас с холма. 2.10. Да? Да. Точно. Все, с того мы начинаем. Кидай. С того, с чего нам надо. Что за цеп? Трава. Маленький. Маленький. О, трофей сегодня. Который
Что у вас? Есть? А? Да. О, смотри, котел. Где? Да вы напугали их. Вот. А, тут сейчас кто-то приснулся? Че, поймали, че, не? Да нихуя. Папа, у тебя камера работает. Я знаю. Ну так что, приехали тогда, туда зайдем. Там яма 23,2, самое глубокое место было. Где? Вот где окуней ловили. Так, приехали туда за этими, за ездями. А? Да нет, тут перед камнями. Здорово, привет! То я устал уже поворачивать. Это что, с новым винтом? Да. Что, лучше? Лучше. 45. Ну я вот сначала за вами 45 скорость, а потом... Не, отпусти. Чуть, о. Это малек нафиг. Кстати, я сегодня рекордсмен. Ага, вон, смотри, прямо это хорошо играет. И еще этого... Ну, прискал, мы подъехали. Давай туда встанем. Попробуем глубины покидать. Ну что, друзья, у нас третий день рыбалки. С утра как начался, хорошо. И все, виза-виза. Поймали мы, конечно, немножечко окуней. Окунь, щучку даже сегодня поймали. Язик есть хорошенький. И все. Как будто как обрезало. Тух, и нету рыбы. Не знаю, то ли она куда-то свалила, то ли что. Ну, куда-то она сместилась. Поэтому, наверное, закончим нашу рыбалку. Завтра едем мы домой. Вот, все. Все, кому понравился ролик, ставим лайки. Не понравился — дизлайки. Кто что. Вот. И как ранее записывал видео, все-таки видео сначала будет грузиться на Дзен, на Рутуб. Ютуб тоже, конечно, не покину. Потому что там есть свои тоже подписчики, которые на Ютубе. Но все равно, кому интересно и у кого есть желание поддержать, заходите на Дзен. На Рутуб. В ролике оставлю описание под два канала, под этих. Так что можете там поддержать. А так, ну, будем, наверное, завершать нашу рыбалку. Путь домой обратно уже не буду записывать. Уже есть на канале. Вот. Ну, пока вот такая красота. И мы завершаем нашу рыбалку. Следующая поездка сюда состоится только, наверное, в сентябре, не раньше. Потому что воды просто много. Все, друзья, все. Всем удачи, всем пока.